Я путешествую с караваном верблюдов через самую жаркую пустыню на Земле, чтобы поработать на соляных шахтах. Здесь невероятно жарко. Я вот-вот развалюсь. Соляные шахты. Температура 55 градусов Цельсия. Мое тело скоро растает. Это невыносимо. Я не могу дышать. Черт. Еще нет и полудня, а я вот-вот упаду в обморок от жары. Эта жара невыносима. Действительно жарко. И тяжко, невероятно тяжело. Соленое озеро похоже на большое зеркало. Такое чувство, что два солнца светят без остановки. Одно сверху, другое снизу. Это тяжело. Очень тяжело. Я был торговцем солью в течение 40 лет. Мой отец тоже был торговцем солью за гранью человеческих возможностей.